Здравствуйте! Приветствую вас на портале dayoga.ru. Меня зовут Оксана Рогова. Я преподаватель релакс-йоги, хатха-йоги и пилатеса. Сегодня я предлагаю вам йогу в офисе. Это для тех, кто много сидит. Следующая группа упражнений на вытяжение позвоночника. Вы долго сидите, ваши межпозвонковые диски подвергаются давлению, компрессии. Их нужно освободить от этого давления, и они вам будут благодарны. Итак, сначала нужно прогнуться. Тем более, если вы сутуливаетесь и не замечаете этого, наверняка будет приятно это сделать. Вы переводите ваши руки за голову, мягко, аккуратно облокачиваетесь на спинку стула, и с удовольствием прогибаетесь, грудную клетку направляете вверх. Ваши руки подстраховывают вашу голову, чтобы шея, голова не запрокидывались назад. При возвращении будьте очень аккуратны, осознавайте весь позвоночник и мягко сгибайтесь обратно. Вы растянули переднюю стенку позвоночника. Теперь мы растягиваем боковые стенки позвоночника. Это наклоны в сторону. Очень просто. Всегда есть стол, всегда есть стул. Вы садитесь прямо, поднимаете вашу руку вверх и просто делаете наклон в сторону. Не нужно прикладывать никакого усилия, усердия, просто расслабьтесь. И ваше тело, влекомое силой тяжести, будет само опускаться вниз настолько, насколько ему комфортно. Можно потянуть плечо к уху, не прикладывая максимального усердия, но усиливая растяжение бока. Вернитесь прямо. Повернитесь другим боком. Положите руку на стол, сядьте прямо. Поднимите вашу руку вверх и сделайте комфортный наклон. Удерживаете это положение какое-то время. Можно плечом слегка потянуться к уху, усиливая растягивание вашего левого бока. А теперь нужно растянуть заднюю стенку позвоночника. Для этого нужно просто наклониться к ногам в положении сидя. Обязательно нужно сесть ровно, прогнуться в пояснице, приподнять грудную клетку вверх и, соблюдая этот прогиб, начать движение вниз к бедрам. В какой-то момент, когда вы чувствуете, что вся амплитуда сгибания в бедрах выбрана, вы просто отпускаете ваше тело вниз. Сбросьте голову, расслабьте шею, отпустите ваши плечи и полностью расслабьтесь. Если вам позволяет ваше рабочее место, можно сделать также наклон вниз, упираясь руками в стол. Для этого нужно встать, точно так же наклониться, сгибаясь в тазобедренных суставах, прогибаясь в пояснице, устроить удобно руки на стол и отпустить свое туловище. Круглой спиной вы поднимаетесь вверх, упираясь в стол, позвонок за позвонком. И делаете легкие скручивания, опять же, сидя на стуле. Обязательное условие – вы должны сидеть с прямой спиной. Вы вытягиваете ваш позвоночник затылком вверх и даже слегка прогибаясь в пояснице. Это очень важно. Итак, вы складываете руки в намасте или просто прижмите их к груди, поворачиваетесь вправо. Вы поворачиваетесь на мышцах, и эта вся амплитуда, не нужно поворачиваться больше. Этого достаточно. Устройте руки, как вам удобно. И доверните вашу голову. Ось позвоночника, вытяжение сохраняется. Можете прикрыть на время глаза. Забыть о внешнем мире, о вашей работе.
Побудьте в этом положении 20-30 секунд. Вы возвращаетесь из положения, сначала поворачиваете голову, и затем аккуратно все остальное. Точно так же мы повернемся в другую сторону. Помним? Мы садимся ровно, создаем осевое вытяжение позвоночника и даже прогибаемся в пояснице, складываем руки в намасте или просто складываем их на груди. Вы поворачиваетесь влево. Вы чувствуете, что вам достаточно, и дальше усердствовать, упираться не стоит. Устраиваете руки на ручку вашего кресла и доворачиваете голову. Расслабьте ваш живот, проверьте, что ваша ось вытяжения присутствует и никуда не делись. Прикройте глаза и отдохните в этом положении, забыв о внешнем мире и о ваших делах. Время пребывания в этом положении 20-30 секунд. Это касается всех фиксированных положений. Мягко раскручивайтесь, не сутуливайте спину, сохраняя эту легкую ось. И вот теперь, сохраняя эту ось позвоночника, слегка прогнувшись в пояснице, расправив грудную клетку и расслабив плечи, продолжайте вашу работу. Всего вам самого доброго!